Казалось бы, фигурное катание России, куда уж можно удивляться. И так понятно, что огромное количество талантов. Но все равно удивляться продолжаешь. Особенно, когда талант сияет в совсем юном возрасте. Эту девочку зовут Мира Третьякова, она из Перми, ей всего лишь 7 лет. И то, что она показала в этой программе, ну это что-то неземное. Ну как ребенок в 7 лет может катать настолько музыкально и настолько артистично? Это абсолютная гармония, это магия на льду. Такой прокат для 7 лет, хочется спросить, вы что, шутите? Но не бывает так. Посмотрите на взрослых фигуристок, которым за 20. Они даже и близко не способны повторить ту гармонию и ту презентацию, которую показывает Мира. Это именно что абсолютная органика. И скорость, и плавность, и мягкость. И вот эта невероятная презентация. Все вот это вместе. Но это словно олицетворение музыки на льду. Да, конечно, уже пора усиляться и в прыжковом плане. Но сама база из просто неземной музыкальности и артистизма, вот этой мягкости органики в катании, это поистине впечатляет.